Здравствуйте, дорогие друзья, и мы продолжаем прохождение игры Раби Риби. Как вы помните, в прошлый раз мы в городе закупились основательно, потратили все наши честно заработанные денежки, и теперь нам остается найти последнего помощника, который, как если мне память не изменяет, находится в арктической зоне. Давайте туда направимся. Так. Как туда же ближе попасть? По-моему, оно где-то в горах было. Вот здесь, наверное. Надо немножко к управлению привыкнуть, потому что прохожу сейчас Coast 1.0, немножко другое управление, поэтому возникают трудности пока что у меня. Но я думаю, мы справимся. Точнее, я. Так, очень холодно. Мы только что покинули лес. Рибан жила в лесу всю свою жизнь, поэтому никогда не покидала его. Ты в порядке, Эри? Все хорошо. В общем, советуют нашей милой фее потеплее одеться, потому что одежда, естественно, не соответствует погоде. По-моему, в принципе, даже и у Эри тоже не все в порядке. В купальнике выходить в такой мороз, видно, что лежит снег. Ну, да ладно, девчонки, наверное, привыкли к таким этим. Так, у тебя какой-то... как-то критично относишься к моей одежде, ну то есть к одежде Рибан. Разве твоя одежда не представляет кроликов? Ну, как типа стиль кроликов такой. Так, это что у нас такое? Это сохранение, да? Давайте, друзья, сохранимся. Так. Вот, блин, привычка. Ой-ой-ой, какая девчонка интересная. Так, тут, видимо, можно разбить будет пол, потому что нам надо обязательно... Да, давай, прыгай сюда. Да что ж ты так... Так, как там те бомбы я кидал? По-моему, так, отличненько. Так, мы подняли себе здоровье. Так, а внизу что у нас? Это вода, что ли? По-моему, друзья, это вода. Эй, я прошу тебя кинуть парочку морковок любимых. Тишина тут. Подожди, не спускайся ниже. Рибан считает, мы неправильно двигаемся. Не в ту сторону, в общем. Ну, видимо, да. Так удачно. Какие-то шарики. Эй, тихо. Ни хрена себе эти... Так, как-то мне не нравится. Так, да, блин. Извините, друзья, сейчас за такое невнятное управление. Так, я просто сейчас в другую метроидванию играю, там совсем... А почему ты... Стойте. Вот. Это как-то более разумно, по-моему. Так, а что здесь? Так, то же самое, нам надо вернуться. Мы еще не готовы сюда спускаться. Что-то вроде... Здесь противники явно посильнее. Это видно очень четко. Так. Да что ты... Ох, чувствую, беда сегодня будет. Ну ничего, думаю, за минут 15-20 мы этот вопрос решим. Да что ж вы со мной творите? Хорошо.
Тихо. Тут как-то очень много. Так. Нет, хватит с этим цирком. Вот, хватит этот цирк смотреть. Пора уже и серьезно сражаться. С энергией пока все в порядке, так что можно, в принципе, и не сильно пользоваться. Так, это враг, да? Это враг. Блин, да что ж такое? Красавцы. Так, тихо. Это что такое? Быстрая берета. Ага, теперь перезарядка, что ли, быстрее, да, у нас, как я понял. Давайте сейчас мы еще раз под воду. Быстренько. Регенерация увеличена. Замечать. Слушайте, что-то как-то тяжелый день какой-то. Ох, что-то я с какой-то опаской жду встречи с боссом. Сейчас чувствую, нас наши героини отобьют все, что только можно. Ага, все с этим. Теперь я понял, как эта штукенция работает. Да что ж такое? Слушайте, какие-то все настолько замечательно. И ману давайте увеличим. Так, сюда я вряд ли допрыгну. Лабиринтов все больше, уровни все шире. Покушай морковки. Там каротина много. Глазки свои вылечи, чтобы хорошо стрелять в следующий раз, а не как сейчас. Давай, девочка. С таким уроном, по-моему, я буду до весны ее бить, наверное. А тут ничего вкусного, полезного нету. Вот так, один удар и все. Тут не допрыгнешь никуда, значит, идем дальше. Ох, не зря тут сохранение поставили, это как пить дать. Босс, да, опять эти зайчики какие-то непонятные. Так, кролик и фея, вы двое. Ты нас узнаешь? Да, Руми говорила о вас, она сказала, кролик и фея будут искать меня. Какая необычная комбинация. Ну, нет времени на это, держитесь подальше. Скажите, феи не пялятся. Что ты имеешь в виду? Что-то... Опасность? Опасное? Нет времени на ваши вопросы, мы должны двигаться. Что случилось? Опять сражаться будем? Ёпарасоте, я так и знал. Тихо, спокойно. Он довольно сильный противник. Может нам навалять вполне, особенно учитывая нынешнюю мою форму. Неделю не запускал игру с момента последней записи. Подсел на другую метроидванию, хотя это все равно не оправдание. По энергии-то я у него, по-моему, больше отнял, если брать процент. У меня еще есть пирожок, но он дорого стоит. Я так каждый пирожок на каждую фею буду тратить, я так долго... В конце они еще будут злиться.
Ох, чувствую, сейчас придется переигрывать, а может и нет. Тихо. Как от этой атаки можно было уйти? Уже опасная атака. Да, тут надо феноменальную реакцию местами иметь, чтобы... Тихо, спокойно, дорогая. Так, коронка ее. Бегаем. Давай. Хило, так вы знаете, друзья. Что-то как-то... Есть шанс проиграть, к сожалению. 74 энергии. Уходим. Блин. На, короночка. Ну сколько у тебя счет энергии осталось? Ёпарасоте. Ну уходил и ни разу не ударил. Ну как так можно делать? 649. Очень близко. Дотяну обязательно. 33 на 145. Но у меня шансов больше, конечно. Ух, это было сложно. Так, холодно, хватит меня атаковать. Что происходит? Что случилось? Что? Много чего случилось. Ты продолжала нас атаковать. Никакой пощады. Что? Я немного смущена. Я думаю, я знаю, что случилось. Да, и что же случилось? Ты что-то знаешь по поводу Стеллы, верно? Конечно, извините, я не представилась. Я Рита. Я полагаю, вы друзья хозяина. Ну, мастера, хозяина. Ты сейчас в великолепной форме, Эри. Что-то вроде бы, наверное, вот этого. В общем, надо немедленно вернуться. Да, ваш мастер владеет телепатией, верно? Что мы здесь делаем? Ох, неважно. Что-то я не совсем понял, что случилось. Как-то она атаковала, потом резко перестала. А может, уж из этих кроликов действительно? Так, по поводу того, что случилось. Эти... Небесные кролики. Это разве не от этих фанатов кроликов? Нет, изменить цвет целого неба — это задача не из легких, поверьте мне. Это, в общем, это опасно для тебя. То есть мы пришли в неправильное время. Возможно. В общем, вот эти вот самые, как это, события, как это еще можно назвать, явления, вот скорее это даже будут более правильные, вот эти явления начали происходить с тех самых пор, как ты и Миру исчезли. Поэтому, возможно, между этими событиями есть какая-то связь. Ну, сейчас нет времени для изысканий, я вернусь в город к вашему хозяину. Если вам больше нечем заняться, вы можете сделать то же самое. Хорошо, отлично. Увидимся в городе. Спасибо, мисс Рита. Не надо благодарить меня. Я не хочу видеть Руми такой еще раз. Очень хорошо. Увидимся в Раби Раби Таун.
Я пока пойду сохранюсь от греха подальше. Все-таки бой был не из легких. Так, мы нашли двух помощников. Теперь время вернуться назад и найти Руми. Ты думаешь, мы сейчас сможем использовать Стеллу, верно? Так, новая цель на карте. Давайте сохранимся еще раз. Поговорите с Руми в Раби-Раби-Таун. Успеется, никуда Руми не убежит. Вот тут нас кролики ждут. Так, а что сверху у нас тут интересно? Вот, как хорошо. О! Так, мы нашли еще одну. Блин, ну слушайте, я никогда это, наверное, этого делать не отучусь. Так, вниз спускаться мы не умеем. Значит, нам сюда. Никуда, друзья, мы больше не доберемся. Хорошо, что открыли портал. Короче, возвращаемся в город, идем дальше по сюжетке. Надо открывать в срочном порядке. Обязательно вот эти вот, там, не знаю, что он как кататься будет, превращаться в маленького кролика. Я не имею понятия, но без этого способности нет смысла исследовать локации, потому что очень много мест, куда просто-напросто мы не можем пролезть. Куда мне идти вообще? Ага, вон плиточка направо, значит, нам направо надо. Так, спасибо, что сделали это так быстро. Вы вовремя. В общем, Стелла это как-то сверкает. Какая-то есть связь. Мы, в общем, можем начать в любое время. Магическая сила становится гораздо сильнее, но этого достаточно. Может, я не так перевел, может быть, что-то по-другому как-то. Так, ладно. Нужна больше маны, это не проблема, мы нашли помощников, верно? Поэтому мы готовы. Вы правы, но может, вы хотите сделать небольшой перерыв сначала? Мы можем начать сейчас, но вы можете, ну, возможно, вы сильно устали. Я знаю, вы хотите туда пойти, но я боюсь. Но если вы боитесь, я могу занять ваше место. Я должна быть одна из тех, кто заботится о вас в любом случае. Но нет, я не боюсь. Как я сказала, Миру хочет увидеть меня тоже. К тому же мы не сказали, что мы хотим это сделать. Угу, такие серьезные намерения. Я думаю, я вас не остановлю. В общем, хорошо приготовьтесь, убедитесь, что вы не устали, и, в общем, приходите обратно. Ну, я в итоге готов, не будем мы никуда возвращаться, полная у нас энергия, все хорошо, мы сохранились только что. Так, готовы? Тогда начинаем, но сперва несколько вещей. Какие-то крипты, в общем, какой-то текст, написанный на Стелле, какая-то есть связь. В общем, надо больше приготовиться. Мы не знаем, что нас ждет на той стороне. Я надеюсь, это моя сестра Миру. В общем, еще что-то зависит от удачи, получается. Хорошие новости. Вернуться будет просто. Ага, то есть мы можем пытаться несколько раз найти нужное нам место. Да, отлично, путь назад. Мы совсем забыли про это. Ну, я объясню это позже. А теперь давайте соберемся все вместе. Давайте быстрее соберемся. Так, подвинусь немножко. Так, хорошо, давайте попытаемся в первый и, возможно, последний раз. Эри, твою руку, пожалуйста. Это тебе. Амулет кролика. Угу. Эта хозяйка сделала для меня. Ну, получается, да, это делает меня счастливой. Это чарм. Слушайте, это амулет какой-то. Ну, пусть будет амулет, но это как-то по-другому называется. Как этот кулон, наверное, будет? Кулон, пусть будет кулон удачи. Я, может быть, чарм, не помню, как переводится дословно, но пусть будет кулон удачи, в принципе, там смысла, там небольшая разница от этого изменится. Смысл в том, что это какой-то оберег, талисман,
что-то из этого разряда. В общем, кулон удачи, в общем, Эри может использовать его для защиты. Но он перезаряжается, поэтому будь осторожна. Также ты можешь использовать кулон для того, чтобы вернуться назад. В общем, это работает как телепорты. Камни эти, телепорты. То есть я должна взять этот кулон удачи и представить, куда я хочу вернуться. Звучит легко. Да, это все, что я хотела вам объяснить. Если все готово, давайте начнем. Ну, время. Рибан, ты готова? Рибан рождена, чтобы быть готовой. Мы можем начать в любое время. Так, ну давайте, ребятки, переносите меня. Так. Бла-бла-бла, короче, поехали, неважно, я поняла, возвращайтесь скорее, я... У меня есть к вам одна просьба. Я впечатлена твоей целеустремленностью. Но, к сожалению, Стелла не может переносить два человека за раз. Я бы с радостью хотела посмотреть другой мир. Но я оставлю это миру. Удачи, возвращайтесь с миром. Отлично, давайте сделаем это. Все приготовьтесь. Ну, поехали. Сейчас что-то будет. Так. Неужели там будет целый мир? Такой же, как этот. Может, какой зеркальный будет. Так, и... О, второй эпизод. A Little Pig. Очень-очень интересно. Очень-очень хорошо. Эйри, Эйри, проснись. Толпа собралась вокруг нас. Проснись, Эйри. Упс. Сколько народу. Так много людей. Наконец-то. Рибан проснулась и увидела всех этих людей, которые собрались здесь. Ну, я не выгляжу плохо или что-то вроде этого. Я все еще как человек, верно? Спать здесь это уже, видимо, плохо смотрится. Давай куда-нибудь пойдем, чтобы не привлекать внимания. Так, вылезь от них всех. Все, они все прошли. Фьюх. Удачно, что здесь не так много людей. Мы практически попались. Скажи, это место выглядит странно. Эти дома такие высокие, а воздух такой странный. Воздух, по ощущениям, лучше, чем на Раби-Раби острове. Если немножко присмотреться, то ничего удивительного. Здесь... Ладно, почему лучше, если здесь Фью это же меньше, а не больше. Так мало деревьев здесь. Мы должны двигаться, оставаться здесь. Ну, в общем, если будем оставаться здесь, то можем попасться, но она чувствует себя не очень уверенно. Как-то так. Итак, куда направимся? Где ты видела Миру? Ничего подобного, это было где-то в каком-то здании. Если бы была какая-то подсказка, я даже не уверена, в какую сторону двигаться. Давай доверимся инстинктам, если, может быть, мы почувствуем какую-то магию. Подожди, магия? А почему вся магия идет с того направления? Давай посмотрим, это наша первая зацепка. Так, что-то не то. Упс. Кто-то Рибан что-то видит, все выглядит таким странным.
вернуться. Ну, в общем, вернуться не проблема. Рибан, что-то приближается оттуда. Не понял. Так. Амулет, амулет, кроличий амулет. Нажмите вниз и Б, чтобы использовать амулет. Урон уменьшается, но это может привести к оглушению. Это может быть использовано, когда он полностью заряжен. Пока вы используете амулет, Эри становится невидимой. Поэтому можно использовать дольше, наверное, какие-то атаки ближнего боя. Эти атаки также восстанавливают SP. Окей. Ни хрена себе эти ребятки валятся. Энергии-то, видно, у нее немного. А вот лупит она неплохо. Не слабее, чем мы, кстати, бьет она практически как мы. Тут можно и проиграть. Я вот подзабыл, как пользоваться пирожками этими. Главное аккуратно действовать. Так, пол энергии отняли. Может быть и удастся победить ее. Она какая-то... Давай, блин. У нее получается три вида, по-моему, энергии, да? Блин, опять ушла от атаки. Нет, должны, не такая она сильная. Мы сильнее, мы ловчее, мы победим. Но почему, когда она меня касается, я получаю урон, а она нифига не получает? Что это за... Да блин, убегает от моих атак самых крутых, зараза. Я тебя и так добью. Ничего ты мне не сделаешь. Хотя лучше не рисковать, я вроде раз так порисковал. 223. Ух, ну не сильно сложно было, но урон неплохой она нам могла наносить иногда. Больше 30 за удар. Так, что, черт возьми, это было? Наши копии появились, или двойники, если бы дословно. Ну, я больше люблю перевод такой более вольный, как я понимаю. Что, черт возьми, происходит, Рибан? Мы должны бежать. Мы в ловушке в этом месте. Негде спрятаться. Ловушка, эй. Амулет наш. В общем, возвращаемся назад. Первая наша ходка была неудачной. Ничего толком не изучили. Увидели толпу, увидели двойников, побились и вернулись. Очень весело. Надеюсь, второй раз будет более удачный. Так. И хозяйка сказала, это может не сработать первый раз, но так и получилось. Мы должны найти, должны были уже найти Миру. Все нормально, это только попытка. Может, мы должны найти еще двух помощников? Это действительно в общем, много маны нужно для таких вот процессов. Все нормально. Мы хорошо отдохнули, поэтому можем попробовать еще раз. Кто-то... Там есть какой-то, наверное, какая-то разговорная, какой-то брод all fired. Got all fired, наверное, получила какой-то... Но у нас не было только 10 минут. Но там что-то пыталось нас остановить. Я точно не знаю. Я не думаю, что кто-то точно знает.
Я только надеюсь, что в следующий раз вы встретите их опять. Бла-бла-бла. В общем, изменения стали опять. Я сделал на карте какие-то пометки. Я надеюсь, вы кое-кого сможете найти. Понятно, давайте попробуем. Да, мы скоро вернемся. Эри, Риби, вы вернулись? Какие-то проблемы? Вы вернулись так быстро? Не сдавайтесь, хорошо? Эй, вам нужны два помощника, верно? Может, поможете мне найти Сайра? Сайра, это твой друг? Это с тем, с кем ты разделилась? Я делала кое-какие анализы и определил ее местоположение. У меня есть отличная идея, в общем, где она находится. Анализ? Что ты имеешь в виду под анализом? Конечно, я использовала мой компьютер, чтобы получить от нее сигнал. Компьютер? Сисини вечно говорит какими-то непонятными вещами. Да, не волнуйся. Я надеюсь, ты когда-нибудь меня поймешь. Я думал, ты какая-то... Ты, кажется, что-то скрываешь от нас. Ой, не смотрите на меня так. Я хочу объяснить... Хочу вам это объяснить, но это немножко сложно. Если вы действительно хотите знать... Идите туда, где находится мой друг. Вы все поймете. Что ты по поводу этого думаешь, Эри? Ну, было бы круто найти больше помощников. Но я смущена или удивлена историей Сисини. Я решила, давайте я вас перенесу в то место, которое я нашла. Это сработает даже без телепорта. Ну, поехали. Мы все время куда-то перемещаемся, надеюсь, ничего плохого не случится. Какая умница, смотрите-ка, она быстро. По-моему, мы тут были. Знакомый какой-то пейзаж. Это руины, которые находятся за моим родным лесом. Ты когда-нибудь здесь была, телепортировалась сюда? В общем, я какой-то приборчик изобрела, который способен переносить. Великолепно, не правда ли? Откуда этот голос идет? Недооценивайте наших технологий. Голосовой... Ага, передача голоса очень проста. Это удивительно. И... Convening. Как это перевести? И как-то, может, необычно, что ли? В какую сторону мы должны двигаться? Вы немножко дальше, чем я ожидала. Просто продолжайте идти вперед. Я скажу, где надо будет повернуть. Надеюсь, либо ничего странного не случится опять. Так, нам опять какие-то задачки дали. Давайте посмотрим карту. По-моему, я здесь был. Идти нам далеко еще, и как далеко. Скажу-ка я назад. Мне кажется, я тут был. Ага, это лес. Что-то я, значит, перепутал. Может, и не был. Сейчас побудем. Этот путь в необычные места. Река, которая всегда сверкает. И какие-то горы, где всегда темно. О, как интересно. Сейчас, друзья, откроем немножко это место, чтобы у нас была связь со знакомым для нас миром. Ну все, вроде бы мы пришли куда хотели. Теперь давайте двигаться туда, в ту сторону, посмотрим, куда нас наша компьютерная... Куда нас программист девочка заведет. Нам бы вообще, конечно, не помешало бы энергию как-то восстановить, потому что у нас 72 энергии. Так, а у меня аж есть, в принципе, очень хорошая штука. И
74, но я так долго, правда, буду. 79, уже лучше. Вот как хорошо. Так, это сохранение. Эй, Сисини, ты здесь? У меня вопрос. Я здесь, что случилось? Ты следишь за нами? Не совсем так, я наблюдаю за вами через компьютер. Но я чувствую чье-то присутствие, кто-то наблюдает за нами. Ах, это мисс Ирису. Ах, да, какой сюрприз. Я не ожидала встретить вас опять здесь. Мы здесь ни разу не были. Так как вы знаете мое имя, я пропущу знакомство или представление своей личности и удалюсь. Подожди, я хочу поблагодарить тебя. Я действительно ценю то, что ты присматриваешь за мной. Да ничего страшного. Я обычно игнорирую что-то наподобие этого. Если ничего больше важного, я должна идти. Увидимся позже. Я ее даже не помню. Редко играю, надо чаще играть. Танцующая девочка-лиса. Она скрылась, как только увидела тебя. Я ей не нравлюсь. Если это так, я должен знать почему. Не загоняйтесь, девчонки. Хорошо. Так, ну что, поехали дальше. Давайте изучать это место. Так, отлично. Хорошо. Эри, ты меня слышишь? Я слышу тебя. Мы правильно идем? Планы поменялись. Ты видишь дорогу вниз? Да, здесь две дыры. Какую из них выбрать? Вообще-то здесь три дыры. Я вижу три пути вниз. Но все не одинаковые. В общем, двигайся вниз, поверни налево, потом иди еще раз вниз, а потом поверни направо. Хорошо, идем вниз. Давайте еще проверим здесь, что тут еще интересного есть. Ой, как интересно. Так, мана нам пригодится, это точно. Так, тут как-то очень подозрительно эта штука смотрелась. Нет, тихо здесь. Так, а здесь, к сожалению, никак мы не достанем. Это надо вообще как-то снизу проползти, потом сюда. Ой-ой, сколько здесь возможностей. Давайте двигаться дальше. Это да, в ту сторону тоже нам не по пути. Значит, нам наверх. Хотя не пойду я наверх. Надо, если ты хочешь, ты можешь осмотреться, если ты хочешь, но только помни, что тебе нужно двигаться вниз. Блин, подвигался вниз. Твою дивизию. Это уже совсем не смешно. Да уж. Там что-то сверху есть, какой-то... Так. Как мне это пройти? Мне получается круг надо делать какой-то. Придется разведать местность. Там я не перепрыгну уже, это явно. Это путь явно туда.
Да чё ты так сильно лупишь, блин? О! А, это я думал, это не увеличение атаки, это значок. Так, увеличение атаки плюс быстрее восстанавливается BP, если больше 10 значков экипировано или 10 пэкпоинтов использовано. Так, здесь где-то должен быть путь вниз, мне кажется, это совершенно точно. Да, я вот это сверху заметил, когда еще сохранялся. Так что все, мы правильно заметили. Двигаемся дальше. Так, это мы уже воспользовались. Значит, нам сейчас надо во вторую прыгать яму и сжать направо, чтобы взять какую-то штукенцию там. Ух ты, супер! Увеличение атаки. Так, потом говорили влево идти, по-моему, да? Потом вправо. Вниз и вправо, здесь я опять не пролезу. Как всегда. А я-то сильнее я стал. Получаю, фашист, гранату. Так. Здесь я опять не пролезу, все. Путь очевиден, и это... Сюда. Как-то они легко биться стали, когда я эту штучку взял. Вообще замечательно. У нас уже деньжат. Тут все хорошо. Тут тоже хорошо. Хорошо. Так, какой-то секретик тут. Могу прыгать, наверное, да. Супер, супер, друзья. Теперь у нас новая способность. Не зря мы сюда пошли уже. Может, какие секретики это даже можно с помощью этого пооткрывать будет. Отсюда быстрее драпать, а то... Блин. В общем, теперь мы все можем побить спокойно. По-моему, нам вверх не говорили идти, но я... Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Еще энергию себе увеличили. Супер, супер, просто супер-пупер. Мы еще научились под этими штуками ползать. Вообще было бы замечательно. Цены бы не было вам. Так, какое интересное место. Спасибо, это место. Входите внутрь. Это пещера, там так темно. Рибо надеется, это не опасно. Не совсем. Есть несколько проблем. Войдите внутрь, я все объясню. Пошли внутрь, Рибан. Мы не можем повернуть назад. У Рибан есть плохая история, связанная с ней. Поэтому Рибан не совсем доверяет ей. Тем не менее, если Эри скажет, что... Если Рибан считает, что... Нет. Тем не менее, если Эри считает, тогда Рибан не скажет нет. Пошли внутрь. Так, новая цель. Замечательно. В
Ну, такой-то компьютерный центр, прямо какая-то лаборатория, что ли. Это не совсем похоже на пещеру. Ты можешь нам получше объяснить, что это такое? Мне кажется, это место похоже на то, что мы видели в Стелле. Возможно, Эрим, но нельзя быть точно уверенным. Но эти странные объекты, может быть, пришли оттуда. Я, может быть, соглашусь с тобой. Я также пришла с того места. Вы понимаете, что вы говорите? Как необычно, как нет, точнее, как, наверное, неожиданно. Почему ты только сейчас нам про это сказала? Я ничего не знала про это место. Мы знали, что случится с людьми, если они найдут его. Пока я была в Раби Таун, я поняла, что я была большим параноиком. Здесь действительно безопасно. Хорошо, теперь инструкции. Вы можете найти комнату, компьютерную комнату? Если компьютер долго будет работать, точнее не работать, он войдет в режим локдаун. Как-то закроется, получается, видимо. Если это случится, Сайра никогда не сможет... Ну, Сайра окажется в ловушке навсегда. Режим локдаун звучит... Complicated. Как же перевести? Не помню, друзья. В общем, надо только найти компьютер, верно? Да, продолжайте двигаться. Что-то может попытаться вас остановить, но я не думаю, что это будет большая проблема для вас. Как это интересно. Пошли, в общем. Отличненько, сохранение еще одно. Сохранение лишним не бывает. Какие-то тут девчонки. Вроде не фанаты кроликов, с какими-то косичками. Вверх. Пойти вверх сходим. Ух. Так, weekend, слабость, да? Что за значок? Так, уменьшает невидимость врагов после того, как они получают урон. Как понять? Когда мы бьем врагов, да, если мы их ударяем, они-то как-то начинают мигать и становятся временно неуязвимыми. Ну, не все, правда. Вниз. Ой, как хорошо. Значит, теперь нам вниз. Это точно, совершенно точно. Да, блин. Так, сюда. Хорошо, пока все неплохо складывается для нас, мне кажется. Все очень... Что это за фигня такая? Обнаружена неизвестная форма жизни, активирована система защиты. Эй, Сисиня, это звучит так неожиданно. Ой, я не говорила, вы как-то задели или активировали систему защиты. Эй, подожди, мы же помогаем найти твоего друга. Почему ты делаешь это? Извините, я действительно извиняюсь. Прошу прощения, я не контролирую эти штуки все. Я удивлена, что система защиты до сих пор работает. А кто это за... Что это за девушки в темных... фартуках, что ли? Они нас атаковали без слов. Это мои горничные роботы. Они как големы. Они спроектированы таким образом, что атакуют всех незнакомцев. Так это же опасно. Почему ты ничего не сказала об этом? Извините... Surprisingly good shape. Как это перевести? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Ладно.
принципе, это для сюжета не важно. Так, диалог между девчонками. Ух. Так, там дорожка вниз, да? О, супер. Супер, 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 супер. Увеличение жизненной энергии. Это после атаки, наверное, это лучшая штука, что здесь есть в игре. Так, продолжаем двигаться налево, пока у нас хватит сил. Как мне туда наверх попасть, интересно. О, а тут что? Так, и тут не пройдешь. Яйцо. Пасхалочка. Еще одно сохранение. Слева тоже. Нас куда-то ведут, получается. Спектральная пещера. Почему здесь? Сейчас детали не важны. Нет времени. Только найдите компьютер. Если вы здесь, это означает, что вы выбрали неправильный путь. Компьютерная комната находится с другой стороны. Но остались только маленькие проходы. И это очень радует. Сейчас наконец-то мы найдем эту штуку. Что дальше? Маленькие проходы. Видимо, лабораторные пути как-то изменились. Вы никак не можете через них пробраться. Вон она, заветная штукенция. О, какая-то пудра. Все ясно. Когда вы находитесь на земле, нажмите вниз А, чтобы скользить. Вы можете использовать чтобы пройти через узкие проходы. Ирина также может атаковать, когда скользит. В общем, если она будет скользить на врага, она нанесет ему урон. Также можно избегать... Также после нанесения урона противнику или атаки его, очень полезно убегать от врага. То есть эта штука может использоваться и таким образом. Очень замечательно. Наша героиня становится все круче и круче. Давайте, друзья, еще немножко поиграем, а тут что-то мне как-то уже столько диалогов здесь. Что там опять случилось? Опять какой-то босс. О, какой-то здоровый. О, какая штука замечательная. Слабый боссик. Или у меня такая сильная стала? Да, все, ты уже покойник. Есть. Ой, как хорошо. Денег еще, еще денег давай. Супер, это копилка прямо, а не босс. Да, теперь осталось только сохраниться. Этот звук, это мистер Биг Бокс. Я сделал его прошлым летом и добавила в систему защиты. Ах, Сисини, эта штука выглядела опасным. Знаешь... Не совсем, это научный проект.
Во. Не понял я, что какой-то кусок пирога для меня, причем здесь мы, нас даже не знал, если это прошлым летом сделала. Пух. Сколько у нас денег стало? Давайте, друзья, сохранимся на этом моменте, остановимся. Я, честно, записываю вечером, хочется мне уже спать. Слипаются глаза, я, кстати, немножко заторможенный, поэтому на этом моменте я остановлюсь. Завтра, я думаю, специально с утра начну прохождение и потом залью сразу же два видео одновременно, потому что перед нами открываются очень интересные возможности. Мы теперь можем проходить через узкие проходы, и это круто. Столько было мест, где мы до каких-то бутылочек, улучшений не добирались, потому что у нас не было такой вот возможности. Теперь у нас она есть, плюс мы еще научились разбивать или бить в прыжке. Это тоже, я думаю, где-то какие-то стенки закрытые не только внизу, но и наверху. И это нам тоже дает какую-то возможность какие-то дополнительные секреты найти. Поэтому завтра, я думаю, где-то мы в течение получаса, если тут, конечно, ничего суперсложного не будет, мы эту базу изучим. Вот, ну, правда, может и больше. Лучше, конечно, такие вещи не планировать. Вот, а потом уже займемся, если останется время, я поизучаю обязательно окрестности. Здесь очень много мест, куда бы я хотел пойти, поискать, проверить, достать что-то. И мы станем гораздо сильнее, потому что я думаю, что если изучать окрестности, можно столкнуться с какими-то очень крутыми девчонками. Вот, и надо быть там тоже крутыми. Вот так вот. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Если вам понравилась игрушка, как всегда, ссылочку найдете под видео. А на этом у нас все. Всем большое спасибо за просмотр еще раз. И до новых встреч. Пока-пока.